Но перед началом этого ролика, дорогой друг, ленись, поставь большой пальчик вверх под этим видео, подпишись на канал и нажми на колокольчик. Эта статуя спавнит золотых рыбок, уж не помню, для чего они там нафиг понадобились, но для чего-то они, видимо, нужны. Окей, поехали дальше. И своим первым делом скопировать сид, который можно найти в описании под видео. Создаем новый мир. При создании нового мира в раздел сида вставляем вот эту абракадабру. Нажимаем добавить. Дальше пишем что-нибудь осмысленное, типа герон чего-нибудь там, субскрайб и прочее. Мир маленький, испорченный. И, естественно, любая сложность, как обычно. Поехали. После этого заходим в мир. Драпаем все время направо. Я сказал, драпаем направо. Пока не найдем пустыню. В пустыне обращаем внимание на дырки в земле. Вот она, пустыня. Дырка номер один. Потом ищем дырка номер два. Двигаемся дальше направо. И дырка номер три. Отлично. Становимся прямо посередине этой дырки. Копаем вниз. Тщательным образом обращаем внимание, что мы проезжаем мимо. Мы проезжаем мимо... О, стоп. Стоять бояться. Здесь заброшенный дом. Впритык втыкаемся и аккуратно продолжаем копать вниз. Здесь медленно и осторожно. Дыра, пещерка номер один. Ага, пещерка номер два. И здесь вот она, статуя. Видишь? Она находится прямо под домом. Аккуратно. То есть вот она, третья дырка. Докопали до заброшенного дома. И под этим заброшенным домом находится маленькая статуя. Благодарю за просмотр, за подписку, лайки. Если у вас есть вопросы, все ссылки в описании. Жду вас там. Также в описании под видео найдете кучу других свежих сидов, которые работают на последней версии Террарии. Напомню, что по умолчанию я все сиды тестирую на версии для ПК. Работает ли это для телефонной версии Террарии? Большой вопрос. Всегда сравнивайте ту версию Террарии, которая есть у вас. Версию всегда можно увидеть в главном меню игры внизу слева, и ту версию, которая указана в заголовке к видео. Помимо всего прочего, не забывайте, что в замечательном магазине аккаунт geronshop.ru можно купить дешевые Террарии, Майнкрафт и сотни стимовских игр. Все ссылки в описании. Жду вас там. Ролики выходят каждый четверг, пятница, суббота, воскресенье, так что это очень хорошая идея подписаться, чтобы ничего не пропустить интересного. Не забывайте также заглядывать на наш классный сайт geronshop.ru. Вам понравится. Крупнейший сайт по Майнкрафту.